Омской области открыт беговой сезон. На Ирпишской набережной очередной, 18-й по счету, старт омского полумарафона «Гандикапа». Около 1000 участников из зарубежных государств и регионов России, которых не испугал ни дождь, ни ветер на старте. Две дистанции – 7 километров несоревновательная и трасса на 21 километр, где и разгорелись спортивные страсти. Первыми на дистанцию полумарафона отправились самые возрастные участники беговой гонки. Вдогонку за ними еще 15 забегов. Победителем может стать любой бегун. Сначала нужно преодолеть гандикап – возрастной, а уже после – скоростной. Мое дело – бежать, бежать, бежать. Как можно дальше убежать от них? Я знала, что меня достанут такие признанные мастера, как Елена Коженникова, бежали те девочки из Челябинска. Очень сильные. Но я так как… Ну, мне с ними не тягаться, но для этого и гандикап, чтобы бегать с ними. Вот я старалась убежать. Только на последнем круге Земфиру Синакаеву догнала опытная спортсменка из Челябинска Елена Кожевникова. На последних 4,5 километрах решилась судьба золота в гандикапе. Второй год подряд Елена срывает финишную ленту. Я просто вот где ветер, в ту сторону отработала немножко, как бы и все. И само собой, как бы, ну, не было такого, ну, не догнала бы, ну. Я не думаю, что я бы сильно так обиделась. Даже вторая радовала. В четвертый раз бегун из Казахстана Сергей Поликарпов среди мужчин выигрывает гандикап. Со временем 1 час 29 минут и 10 секунд он вновь лучший. Свой очередной успех спортсмен воспринимает довольно спокойно. Марафонцы все парни такие спокойные. Нет, это не спринтеры, где там взрывные лич. Марафонцы спокойные. То есть вы свою победу более спокойно воспринимаете? Да. Немногие участники гандикапа стремятся к покорению спортивных вершин. Олимпийский девиз – главное не победа, а участие – поддержала остальная 1000 бегунов. В Омск еще с 90-го года, как марафон начался, так все сюда ездят. Но здесь лучшие пробеги. По крайней мере, по России. Лучший результат среди омских стайеров показал Валерий Захаров из Калачинска. Он выиграл серебро в мужском забеге. Я настраивался на Поликарпова, потому что он стартовал сзади меня. Ну, очень сильный спортсмен. Он и позже стартовал, и раньше финишировал. Но подержаться за ним получилось. И я рад, что так получилось, что я добежал вторым. В общем-то, сзади были очень сильные спортсмены. Новых рекордов трассы и у мужчин, и у женщин не получилось. Стайеры со всей России условились встретиться на Иртышской набережной ровно через год и улучшить время прохождения дистанции.